Деремч, тебе просто нужно ОП нажимать одной рукой, а второй есть. Все нормально. Че получается? Все, макрос пропишем. Чивава. Все, работает. Хотя я думаю, тебе вообще толку есть от него? Ты там критаешь так до жопы. У меня крит. Кап собран. Но у меня модификатор. Прожимной 10%, да, и 4 еще. Но крит важен. Так у меня критует где-то. Раньше крит у меня 80% крита примерно. Плюс-минус на всех способностях было. Сейчас опустилось до 72 где-то. Без этой, без, знаете, без прожимки. Ну, аптайм 30% был раньше. Крита. Ну, сейчас смотрю все мои способности. Написано множитель везде 118%, блядь. Ну, множитель крита 150. Не знаю, может багом-то написано? О, пойду башку открою. Серега, там у тебя тоже, кстати, есть одна. Я вот хочу одинокую жабку открыть. Стоящую. Надо сумануть. Блять, мне манут выпал. Пиздец, не тот. Тебе тоже. А мы тут? Мы жабок открывали. Да, давай танкану. Так, Бойд. А. Ну шо, блядь, две спячки тебе надо давать. Как так? Ну, блядь, не знаю, как-нибудь. Чё за спячка? Ну, штанга спекнулся. Да какой нахуй пранк, блядь, там драконы и червь ёбаный, надо две спячки их контролить. В сову, короче, спекаться? Да. Батя, банишь трусы серый, банишь ромбик, а ты воид банишь звездочку, а дермич танчит. Нет, ты не можешь шип.
Так, что ты не говоришь? Можешь. Какую спячку там? Скользь? Ты, да, скользь, а серый ромбик будет спячку кинуть. Холишь спекнуть? Да. Все, поехали. Сейчас, кстати, погоди. Не хватает. 10 секунд. Подождите. Насте что-то там не хватает в этой жизни. Что, хватает, может? Mm-hmm. Ну, все, поехали, да? Давайте раздавайте контроль. Давай, стерим. Змейка. Залупа ебаная. Аккуратно с ливня выходим. Батя. Батя, выйди с ливня. Блять, сбили, ебаные, это что это? Это пизда. Да и он нахуй пизда, все там кому не день походу. Может, боссу прием? Отведи босс, чуть-чуть. Не, ему похуй, он снова ходит. Нам в дот или уже что? Вышел. Да заебали бить, блядь. Ну что это за бред, нахуй? Ёптвою мать. Буду стоять нахуй над стопом кидать, значит. Ой, бля. Хули на нем он огонь висит жертвенный? Ну что это? Батя постарался, видите. Без костюм. Да, он сам безобидный. Я
Не дай бог сейчас банки прилетели, блядь. Это будет мега хорош, да? Это будет нахуй страшно. Башка упадет. Наивно. Ты отчаянный парень. Холик шик. Москва вообще тут не падает, смотрю. Какой прекрасный лут. Какой прекрасный лут. Распалить мы все нажмем, да. Короче, блять, надо привыкать. Вообще смотрится неплохо. Правда, вот то, что вот этот пиздеж про три кнопки, это все хуйня. Некоторые кнопки в Details не отображаются. Например, мясорубка. Ой, ты будешь танчить? ШД. Это уже считайте 7 кнопок, нахуй. Давай. Какой нет, дермич, танчи в пизду. Хосты не будет. Вот пускай бьет. Так, блядь. Блядь, трэш, что стоишь, дермич. Дермич будет водить ветерки. Да. Пускай вот. Он холи стойку включишь и побежишь. Термич, твоя задача, вот смотри, когда босс переведется, все ветерки побегут вон туда, в песчинку, да? Точнее, в крестик. Ты будешь где-то плюс-минус от печеньки отойдешь где-то вот сюда вот. Ну, там чуть дальше от печеньки отойдешь. Как только увидишь в ту сторону, блядь, ветерки бегут, ты сразу начинаешь вот по кругу, блядь, водить хоровод. И так бегаешь, на. Анхоли стойку, власть нечестивости. Включаешь только и все. Понял? Ничего сложного нету. Только перед тем, как переведешь, нажмешь айсбаун. Батя, помоги к нам, пожалуйста, сюда со всеми стой. Ну вот как только, блядь, как только ветерки пойдут в крест, ты нажимаешь айсбаун, и потом сразу в анхоли сойку садишься. Чтоб сейвнуть парень. Настя. Да. Что да? Мы пуляем. Да? Поехали. 4, 3, 2, 1. Нас вечно хотят что-то от них. Давай, стри. Любой, кто встанет у нас на пути, захлебнется в собственной крови. Чему он так хочется отдельно стоять на РДД? Чё за хуйня, блядь? Ладно, к этому надо привыкать. Пока что, блядь. Обаялочный эти. Отводи в печеньку. Не спал.
крест, в крест, в крест, 1%. В крест, отбежали все быстрее. Крест, крест, крест. Переводите РНГ. Icebound, жми. Стойка нечестивости, прохился, вы свой, жмите. Вот, все, я начинаю бегать. Власть нечестивости включить, только я начинаю. Блять, опять в нас. Все. Смотри, не в ту сторону, в тебя ветер бежит. Еще один ветерок, сука, остался. Смотри аккуратно, вот сейчас. Пацаны, блядь, вот мне кажется, или они в тотемы прыгают, блять, алло. Может быть, хуй его знает. Четыре тотема. Это не врезались. Ну, ну, сейчас визуально казалось, они прям от них отпрыгивают. Ну там, я помню, с плетами что-то было, может, и тотемы нахуй то же самое. Поумирай, дермич, нахуй ты время тянешь. Дай ему срез. Че на плавах? Рид? Да, я запись смотрю. Все, пуляй, поехали. Дай, дай мне дрмить сейчас истерию с пола. Кстати, а ваши тотемы имеют ну, хп? Их можно ломать? Нет. Бля, блин, на кошке можешь поставить их. А, это где сипно. Ну, что-то перед прыжком, да. Бью кап нахуй, будет ёбка нахуй. Блять, ебать он до нерфа походу вообще ёбнутым был, блять. Даже сейчас нахуй. Можно давать нормально, это я еще криво, сука, все нажимаю просто. Максимально. 1%. Бежали.
Приводи терна. Диспал. Давай из баунт и стойку меняй, убегай. Один ветер, сука, остался. Все нормально, все за тобой побежали. Бегай по кругу, главное. В центр побежай. Блять, серый, сука, переагрил, блять, у меня амбуш не нажимался. Блять. Резать? Я бы. Да. Угу. Резать, конечно. Полоку дайте, ребята. Дармич, у тебя стерея есть? Тогда скажу нам, окей? Да, что ж. А, нет, блядь. Понял. Не, ну на многих боссов ШД, сука, сложновато играть. Спину, блядь, постоянно в спину, нахуй, все искать. Давайте, Гер. Пожалуй, даже на этом боссе лучше в мультике быть, чем играть. Что там играть? Милики. Сука, меня не прохилили, блядь. А, меня дыхание сбрило. Кого хуя, блядь? Резать тебя. Да, резай. Ну там, брат, в него пикси заходишь, сука. У тебя дыхание сбривается. Нет, то же самое со мной было. Ну я шеснулся, я в спине должен был быть. Не знаю, почему меня сдуло нахуй дыханием. К
Короче, лут хуйня нахуй. Ебаная. Кому-нибудь надо вообще чему-нибудь с этого лута, чтоб оно? Ну да. Посох. Не, палку надо. А, посох у Ридли, если что. Ну. Не рассказывай, давай. Это хуйня надо кому-нибудь? Вот мне-то надо. А шея надо кому-нибудь? Давай обмен. Ну и шею тоже хочу порубить. Ой, ну шею, если надо... А, блядь, точно. Ну хуй с ним, дермись, забирай нахуй, раз я уже пообещал. Ну вообще, да, мне было бы заебись. Хуй с ним, я себя занолил. А палка? А, зов-то, чешку забей. Да я за Доню забей. Я за Доню забей, дрыгай, бери, похуй. За бонус призовый, за бонус. Володя, ты все забрал, да? И палку, и шею, да? Ты шо, Вальмара бист, типа, или что? И палач. У меня есть на Т4 носовую, я хочу все-таки собрать. Это я себе заберу. Блять, мне надо два сердоля. Два сердоля, блять. СПД. А, только нон-сейд надо. Не надо. СПД. Я куплю. Да идем, ну что-то... Боты тебе надо с блока? Бисовые, на протопал. Настя, я тебя спрашиваю, тебе боты надо бисовые на протопал? Посох. Чё, начнулась битва. Никто не ролит? Идите вы в жопу, блядь. Изи. Нет, не изи. Давай, Вальмора, перерол нас по 92. Вальмора, нахуя он тебе вообще нужен, блядь? Тебе дам, Вальмор, у тебя Аркус. Хуй знает. Так у меня тоже 92, Вальмор. Че не знаю, давай рерол. Рерол. Честно. Чего лучше по РДДшке, блядь? Конечно. Хулипшику давайте его, че вы. Я за то, чтобы Хулипшику отдать. Пусть ДПС. Рит на шлем тебе, блин? Или на щит, не могу понять? Не. Я вообще рерол, типа, у нас по 92 было с ним так-то, ну ладно. Феникс, так, жилет я заберу с духом. Давай, мин, отдам тебе. Я вдали потом прилетишь. Да, блять, полечу нахуй. Ну тогда не надо, он такой мусорный, похер. Ой, блять, опять чарится, камни вставлять.